Итак, единственный способ круто делать шаффл – это делать его много. 45. Но, если вам надоело делать шаффл, предлагаем вам простую вариацию side shuffle. Для простоты и въезжания в музыку сделаем шаффл 4 раза. Говорю, давай, и раз, и два, и три, и четыре. Сделал? 4 раза. Тогда ты можешь делать шаффл 4 раза. Side shuffle отличается только тем, что на движении в бок ты отводишь ногу не назад, а в бок. В бок. Да, отлично. И в бок. Отлично. Что делать? Подожди, секунду, еще раз. Вот. Смотри, как получается. 4 обычных, 4 side. Я покажу. Данил. Раз, и два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Егор. Ага. 4. Раз, два, и. И в бок. Раз. Три, четыре. Супер. А теперь попробуем под музыку. Это side shuffle. Первая вариация. Музик. Егор, ты, потом я.